Тюменский лед не растаял. На Театральной площади начали обустраивать праздничный ледовый городок. Больше 100 кубометров замороженной воды выгрузили на театралку еще на прошлой неделе. Кировчане беспокоились, что при плюсовых температурах лед начнет таять. Сегодня стало известно, что оттепель никак не повлияла на состояние ледяных блоков. Подрядчики продолжают выгружать на площадь новые партии тюменского льда. На этой неделе его продолжают завозить в Киров. Специалисты говорят, что беспокоиться не о чем. Этот лед не тает даже при температуре в плюс 5 градусов. Сегодня рабочие начали монтаж ледяной стены вокруг главной городской елки. В пределах этих стен скоро появится каток. Его начнут заливать, когда на улице будет стабильный минус. А вот деревянная горка, судя по всему, скоро будет полностью готова. Напомним, подрядчики должны закончить новогоднее оформление Театральной площади к 21 декабря. Главной темой новогоднего городка в этом году станет веселая ярмарка.